Доброе утро! Сегодня воскресенье, 11 января. В эфире государственная жилищная лотерея. По восточному календарю 2015 год козы или овцы. Это животное домашнее, поэтому и весь год считается благоприятным для обустройства своей квартиры, создания в ней комфорта и уюта. Хорошо, когда есть что обустраивать. А что делать, когда своего дома нет? Илья, ну ответ только один. Участвовать в жилищной лотерее. Ведь для этого она существует, чтобы обзавестись собственной квартирой и решить многие проблемы. Ну вот представьте ситуацию. В одной квартире живет сразу несколько семей разных поколений. Это не всегда способствует хорошим взаимоотношениям, даже если все они родственники. И это правда. Своя квартира, своя жизнь. Поэтому мы надеемся, что сегодняшний рождественский тираж осуществит ваши мечты о собственной счастливой жизни. Сегодня мы разыгрываем 3 квартиры и множество денежных призов, поэтому если у вас есть вот такой обновленный билет 111-го тиража жилищной лотереи, вам обязательно повезет и вы выиграете. Итак, призовой фонд сегодняшнего тиража жилищной лотереи составляет 6 254 500 рублей. Ну а суперприз на сегодня 3 миллиона рублей. Мы начинаем игру «Приз первого тура. Квартира». Итак, запускаем лототрон. Номер 72. 42. Шар номер 42. 23. Номер 23. Внимание! Следующий ход 5. Это значит, что прямо сейчас может быть разыгран наш суперприз. 3 миллиона рублей. Удачи вам! Мы ждем 5-й шар и запускаем лототрон. Номер 89. Суперприз сегодня не разыгран, он переходит в следующий тираж, и вы сможете выиграть его уже через неделю. Но розыгрыш первого тура продолжается. Я напомню, что мы разыгрываем квартиру. Запускаем лототрон. 32. Номер 32. Стоп, игра! Приз первого тура разыгран, и мы поздравляем счастливого обладателя билета, купленного в Крыму. Вы выиграли квартиру! Поздравляем вас от души и переходим во второй тур жилищной лотереи. В нем мы будем разыгрывать квартиру. Запускаем лототрон. 49. Номер 49. 30. Шар номер 30. 16. Номер 16. 37. Шар номер 37. 66. Номер 66. 13. Номер 13. 14. Шар номер 14. 48. Номер 48. 72. Шар номер 72. 65. Номер 65. 79. Номер 79. 5. Шар номер 5. 22. Номер 22. 69. Шар номер 69. 27. Номер 27. 17. Номер 17. 28. Номер 28. 31. Шар номер 31. 84. Номер 84. 10. Номер 10. 81. Шар номер 81. 62. Номер 62. 70. Шар номер 70. 77. Номер 77. 82. Номер 82. 24. Шар номер 24. 60. Номер 60. 12. Шар номер 12.
54. Номер 54. 87. Шар номер 87. 74. Номер 74. Стоп, игра. Приз второго тура разыгран. Квартира достается нашему участнику, купившему билет на сайте stoloto.ru. Поздравляем вас. Ну а сейчас мы начинаем третий тур сегодняшнего тиража «Жилищ внутри». И в нем, Илья, мы что разыграем? Еще одну квартиру. Тогда запускаем лототрон. Шестьдесят четыре. Номер 64. 21. Шар номер 21. 15. Шар номер 15. 56. Номер 56. 8. Шар номер 8. 80. Номер 80. 1. Шар номер 1. 53. Номер 53. 61. Шар номер 61. 51. Номер 51. 83. Шар номер 83. 71. Номер 71. 59. Номер 59. 11. Шар номер 11. 38. Номер 38. 2. Шар номер 2. 26. Номер 26. 34. Номер 34. 63. Шар номер 63. 76. Номер 76. 35. Шар номер 35. 68. Номер 68. 3. Шар номер 3. 39. Номер 39. 67. Шар номер 67. 57. Номер 57. Стоп, игра! Приз третьего тура разыгран. Мы поздравляем наших участников из города Санкт-Петербурга и Московской области. Каждый из вас выиграл 500 тысяч рублей. Уважаемые участники, сегодня мы разыграли для вас 3 квартиры. А ровно через неделю мы разыграем еще 2 квартиры. Кроме этого, в нашем лототроне останется всего 3 шара. Это значит, что выигрышей будет еще больше, чем обычно. Выиграть можете и вы, если приобретете билеты на следующий тираж жилищной лотереи. Шансы на выигрыш могут возрасти, если вы приобретете билеты на все январские тиражи, ведь в январе мы для вас разыгрываем 12 квартир. И, конечно, в каждом тираже вас ждет большое количество денежных призов. Билеты жилищной лотереи не дорожают и стоят всего 50 рублей. А приобрести их вы можете, как всегда, в лотерейных киосках вашего города, в магазинах «Связной», в салонах связи «Евросеть» и «Альтелеком», а также в отделениях Почты России. Адреса вы найдете на нашем сайте stoloto.ru. Там же, на сайте stoloto.ru, можно и приобрести наши билеты. Кроме того, можно воспользоваться мобильным приложением «Stoloto» для смартфонов. А самый простой способ участвовать в нашей лотерее – это отправить смс со словом «Дом» на короткий номер 9999. Ну а сейчас мы приступаем к розыгрышу денежных призов сегодняшнего тиража. Размер денежного приза вы будете видеть на своих экранах. Будьте внимательны. Итак, запускаем лототрон. 20. Номер 20. 7. Шар номер 7. 73. Номер 73. 4. Шар номер 4. 75. Номер 75. 85. Шар номер 85. 58. Номер 58. 25. Шар номер 25. 40. Номер 40. 9. Шар номер 9. 47. Номер 47. 45. Номер 45. 88. Шар номер 88. 41. Номер 41. 18. Номер 18.
36. Шар номер 36. 43. Номер 43. 86. Шар номер 86. 90. Номер 90. 46. Номер 46. 33. Шар номер 33. 50. Номер 50. 55. Шар номер 55. Стоп, игра! Это был последний ход 111-го тиража жилищной лотереи. В нашем лототроне осталось 4 шара, сейчас я назову их номера. Это шар номер 6, 29, 44 и шар номер 52. Проверьте, если ни одного из этих номеров в вашем билете нет, это значит, что вы выиграли. Еще раз проверьте ваши билеты на сайте stoloto.ru. Обращаю ваше внимание, что теперь результаты наших тиражей публикуются в газете «Аргументы и факты» в Москве и в других регионах России в среду. А на сайте stoloto.ru вы можете выиграть ценные призы в лотерее «Все по 100». Всего за 100 рублей вы можете стать обладателем iPhone 6, автомобилей Range Rover Sport, BMW 3 серии и Hyundai Solaris. Обязательно попробуйте принять участие в нашей новой лотерее, ведь, как говорится, новичкам везет. А прямо сейчас вас ждут ведущие русского лото. Желаем вам удачи и увидимся ровно через неделю. Пока. Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро, здравствуйте! Мы, конечно, я и Ирина Хусаинова, первым делом поздравляем всех, кто уже выиграл государственные жилищные лотереи. Ну и, конечно, приглашаем вас играть в русское лото! Новый год и Рождество – это замечательные семейные праздники. Ну, а для семьи самое важное что? Квартира! Поэтому мы в честь 7 января, в честь рождественского праздника, приготовили для вас 7 призов. Сами догадайтесь, какие! Это 7 квартир! Это не секрет, дорогие друзья! Их, именно их, мы сегодня разыграем в нашем тираже русского лото. Кроме того, вас ждут крупные денежные призы. Удачи вам! Ну, а дальше знакомый вам ритуал. Мы засыпаем бочонки в мешок. Удачи всем, кто играет сегодня с нами! Призовой фонд сегодняшнего тиража русского лото составляет 18 938 400 рублей. На джекпот составляет 3 020 000 рублей. Иночка, ну а обо всем по порядку. Что мы разыграем в первом туре русского лото? В первом туре русского лото мы разыграем 90 000 рублей. 90 000 рублей! Итак, поехали. Номер 25. 25. Опять. Номер 22. 22. Утята. Кря-кря. Ну, кря-кря-кря. Номер 79. 79. Золото. Номер 85. 85. Количество регионов Российской Федерации. Номер 32. 32. Три притопа, два приклопа. Номер 87. 87. Номер 82. 82. Бабушка надвое сказала. Ну-ка, номер 6. 6. Точка внизу. Стоп-игра. Стоп-игра! В первом туре выиграли 2 билета, приобретенные в Краснодаре и Екатеринбурге. Выигрыш 45 000 рублей на каждый выигравший билет. Поздравляем вас. Поздравляем! Мы готовы приступить ко второму туру. В нем мы разыграем 180 000 рублей. А это больше? 180. Номер 9. 9. Айвазовский. Номер 16. 16. Кругом 16. А это бочонок номер 58. 58. Номер 20. 20. Ровно. Номер 40. 40. В два раза больше. В первом туре 90, во втором 180, здесь 20. Ой, как 40. Мне нравится разница. Логику улавливаешь, а? Номер 75. 75. Внимание. Внимание. Следующий ход 15-й. Это значит, что джекпот русского лото, который составляет 3 миллиона 20 тысяч рублей, может быть разыгран прямо сейчас. Удачи. Так, мы пробуем разыграть наш суперприз джекпот. Номер 33. 33. Сегодня джекпот не разыгран, но его призовой фонд переходит в следующий тираж. Ну ничего. А мы продолжаем игру во втором туре. Номер 17. 17. Где мои 17 лет? На большом каретном. Номер 48. 48. Половину просим.
Номер 88. 88. Матрешки. Номер 73. 73. Игра идет во втором туре. Номер 8. 8. Обручальное кольцо. Номер 3. 3. Третье тысячелетие. Номер 86. 86. А это бочонок номер 50. 50. Просил полтинник, получил подзатыльник. Номер 42. 42. Сороковые, да? Ну, ничего. Номер 81. 81. Бабушка с клюшкой. Номер 27. 27. Так, мы движемся. Номер 83. 83. Вперед во втором туре. Надо зачеркнуть все 15 чисел карточки. Номер 29. 29. Верхние или нижние карточки не имеют никакого значения. Номер 57. 57. И тогда вы взлетите от счастья, как первый искусственный спутник Земли, запущенный, кстати, в 57 году. Номер 76. 76. Номер 7. 7. 7 кочерга. Ну, для камина, знаешь там? Так, номер 37. 37. Три кочерги для кочерги. Ну да, номер 11. 11. Барабанные палочки. Номер 77. 77. Это топорики. Номер 38. 38. Длина удава в попугаях. Номер 60. 60. Ровненько номер. Оп. А. Номер 90. 90. Дедушка, вот сколько лет дедушке? Как это? Сколько лет дедушке, а? 45. 45. Молодой дедушка. Ничего. Ничего. Номер... Да, думаешь, ничего? Ничего. Номер 47. 47. Чуть постарше. Номер 34. 34. Стоп, игра. Стоп, игра! Во втором туре выиграл один билет, приобретенный в Екатеринбурге. Мы вас поздравляем, вы выиграли 180 тысяч рублей. Поздравляем! В третьем туре «Русского лото» для участников «Русского лото» мы готовы разыграть квартиры. Квартиры! Вот это да! Номер 51. 51. Великолепная пятерка и вратарь. Номер 28. 28. Номер бочонка 4. 4. Да, 4 колеса на зимнюю резину. Ты на зимней резине? Нет. Ага. Вот, легкомыслие женское. Номер 19. 19. Я надеюсь, что все растает скоро. Конечно. Номер 21. 21. Да, чего шариками стучать по асфальту, да? Номер 31. 31. 31 декабря. Где Новый год встречал? Дома? Да, дома. Дома. С папочкой. Номер... С папочкой. Номер 24. 24. Молодец, умница. Номер 55. 55. Вместо валенок перчатки натянул все на пятки. Вот какой рассеянный. Номер 12. 12. Шекспир. Номер 69. 69. Туды-сюды. Номер 54. 54. Номер 23. 23. Композиторский номер. Два притопа, три приклопа. Это сейчас современная музыка наша песенная, да? А, да. Да. Глубина невероятная. Номер 44. 44. Стульчики. Номер 35. 35. Номер 49. 49. А это бочонок 10. 10. Номер 26. 26. А это номер 80. 80. Олимпиада в Москве. Бабушка. Бабушка. Номер 30. 30. 30 лет. Жены нет. Печаль. Ах, да, печаль. Печаль. Номер 72. 72. Номер 43. 43. Сталинград. Номер 67. 67. Стоп, игра. Стоп, игра. Определился победитель третьего тура. Он приобрел свой счастливый билет в городе Москве. Вас от души поздравляем. Вы выиграли квартиру. Поздравляем! Мы продолжаем розыгрыш квартир. Продолжаем розыгрыш квартир. Номер 68. 68. Выиграл один билет, приобретенный в Орловской области. Мы вас поздравляем. Вы выиграли квартиру. Поздравляем! Итак, две разыграны. Далее номер 62. 62. У нас определились еще два победителя. Выигрыш квартира на каждый выигравший билет. Поздравляем вас. Номер 71. 71. Выиграли три билета. Каждый из вас выиграл квартиру. Уважаемые участники «Русского лото», в сегодняшнем тираже мы разыграли для вас 7 квартир. От души поздравляем победителей. А ровно через неделю
старый Новый год. Мы разыграем 3 квартиры в честь этого старого, но очень любимого нашего праздника. В мешке останется всего 3 бочонка. 1, 2, 3. Так что выиграть будет легче, чем обычно. Покупайте билеты Русского лото. Подарите их своим друзьям на старый Новый год, и они принесут вашим друзьям удачу! Дорогие друзья, в январе много праздников, а значит, нужно много подарков. Я советую вам запастись вот такими билетами январских тиражей Русского лото. Ведь в январе мы специально для вас разыграем 20 квартир, 15 призов по 500 тысяч рублей и множество других денежных призов. Дарите друг другу подарки, дарите друг другу билеты Русского лото. Играйте и верьте в свою удачу. Ну а сейчас наступило время разыграть оставшийся денежный призовой фонд. Итак, мы разыгрываем оставшийся денежный призовой фонд номер 15. 15. Будьте внимательны, теперь после каждого номера бочонка сумма выигрыша в этом туре. Номер 52. 52. Номер 64. 64. Номер 5. 5. Отлично. Номер 59. 59. А это бочонок номер 2. 2. А это номер бочонка 78. 78. Номер 13. 13. Чёртова дюжина. Номер 46. 46. Номер 39. 39. Номер 65. 65. Номер 84. 84. Так. Номер 56. 56. Вот теперь номер 14. 14. Прошедший 14 год. Номер 74. 74. А это бочонок 66. 66. Валенки. Валенки. Да. Номер 53. 53. Холодное лето. Номер... Номер 61. 61. Гагарин Юрий Алексеевич. Полетели. Номер 89. 89. Дедушкин сосед. Номер 18. 18. Жизнь, да, вздыхай, вздыхай, плачь, плачь. Номер 36. 36. Стоп, игра. Стоп, игра! Это был последний ход сегодняшнего тиража Русского лото. Уважаемые участники Русского лото, сегодня мы разыграли для вас крупные денежные призы и 7 квартир. Играйте и обязательно выигрывайте. А я высыпаю то, что у нас осталось в мешке после окончания игры. Это 4 бочонка, прошу тебя проверить. Передопуст ли наш игровой мешок? Пуст. Прекрасно. Итак, в мешке остались следующие номера. Это номер 1. 1. Номер 63. 63. Номер 70. 70. И номер 41. 41. По этим номерам, которые зачеркивать в своих билетах не надо, нужно еще раз проверить игровую сетку вашего билета. Вот так. Если в этой сетке нету ни одного из этих 4 оставшихся в мешке номеров, значит, ваш билет выиграл! Мы поздравляем вас! И обращаем ваше внимание на то, что результаты тиражей теперь публикуются в газете «Аргументы и факты» в Москве и во всех регионах в среду. Кроме того, приобрести и проверить билеты вы по-прежнему можете на сайте stoloto.ru. Кстати, на сайте есть замечательная лотерея «Все по 100». Там вы сможете выиграть iPhone 6, автомобили Range Rover Sport, BMW 3 серии или Hyundai Solaris. Автомобиль и iPhone всего за 100 рублей – это реальность. И вы сможете в этом убедиться. Играйте и выигрывайте. Там же на сайте stoloto.ru можно приобрести билеты Русского лото. Их также можно приобрести в лотерейных киосках вашего города, в отделениях Почты России, в магазинах «Связной» и в салонах связи «Альтелеком» и «Евросеть». Покупайте билеты Русского лото! Или просто отправляйте смс-сообщение за главными русскими буквами РЛ на короткий номер 9999, и вы в игре! Ну что же, дорогие мои, январские праздники, волшебные праздники продолжаются. Новый год, старый Новый год. Этих праздников много. Мне хочется пожелать вам любви и счастья. Любите друг друга, любите своих родных и близких, дарите им подарки. Ну а сегодня нашу передачу завершают артисты, которые споют вам о любви. Это солисты мюзикла «Красавица и чудовище» Анастасия Яценко и Алексей Коновалов. Древняя, как жизнь.
жизнь. Двух былых врагов не узнать теперь. Оба так нежны, оба смущены. Чудовище и сказка о любви. Сказочный сюжет, чудовище и бы.